привет, всем привет, с вами Лиза, я Лиза. А привет, мои любимые мушки, кротушки, мои маленькие создания, любимые, сладкие, самые вкусные. Выгляжу я не самым довольным человеком на этой картинке, на этой фотографии, на этой видеокадре, но я в этот день поехала и купила себе монитор. Конечно, это произошло не очень быстро, я выбирала себе долго монитор, просмотрела кучу отзывов и наконец-таки выбрала тот самый. Давай мы перейдем, может, на ту сторону. 848 у меня. И на удивление, она мне не понравилась. Я хотела себе пудру с эффектом сияния, в итоге она оказалась совсем не тем, что я хочу, и она просто забивается в поры. Я поняла, что моя голова давно не питала какие-то знания. Я должна была отнести эти книги в библиотеку, но я их не отнесла, поэтому кому какое дело? Изучаю психологию. Я начала читать книгу по английскому языку. Я, правда, ничего не понимаю, но это уже хоть что-то для меня, потому что я не изучала английский, наверное, полгода. Я, конечно, периодически включала иногда видео, чтобы хоть что-то вспомнить, но это, конечно же, никак не пропитало мою голову новыми знаниями. Я хочу сейчас сделать одну вещь, написать на стикерах какие-то предметы, типа комод, стакан. Не, на стакан клеить стикеры я не буду. На английских словах написать какие-то предметы, которые окружают меня, и просто, чтобы они были, эти стикеры, чтобы посмотрела и я запоминала. Мне пришла в голову очень идеальная идея, я считаю, это изучать вокал. Но вокал я буду изучать не с каким-то учителем, и, конечно же, сама собой, самоучка. Я все учу сама, но быстро забрасываю из-за того, что самоучка. Я хочу ежедневник свой написать, все свои планы, чтобы каждый день выполнять их, хотя бы какие-нибудь элементарные задания. Находить альтернативу этим занятиям. Вдруг я, например, не захочу смотреть какой-то отдельный видеоролик по английскому языку, и я просто почитаю пару страничек книжек. Это тоже хорошо. Я хочу просто хотя бы начать петь на английском языке. Так я буду, типа, лучше узнавать слова и улучшать свое произношение в каком-то смысле, потому что я слушаю песню и пою под эту песню с этим человеком, который исполняет. Потом я уже именно на караоке пытаюсь воспроизвести все слова, которые мне не получаются произнести. Это, конечно, трудно, тяжело, потому что очень тяжелые слова, ребята. И причем это надо быстро бежать, быстро петь. Я сейчас буду смотреть «Сумерки» на английском языке, то есть в оригинальной версии. Это так приятно, потому что оригинал всегда лучше. Просто лучше. Я долго сегодня переводила текст, что меня очень радует, потому что давненько реально я не занималась. И книжка очень интересная. Хочу вам посоветовать книгу классную. Правда, я перевела только одну страницу. Аккуратнее, курсы актерского мастерства, закройте все глаза и уши. Edward was a vampire. Еще раз. First. Edward was a vampire. And I didn't know how dominant that second. В каком-то смысле я начала ухаживать за своими волосами. Это довольно-таки необычно, и почему я всегда говорю, что это очень необычно, но это на самом деле свойственно для людей ухаживать за волосами. И я решила, что моим волосам пора бы как-то, ну, привести опрятный вид, поэтому я хочу нанести сейчас на них масло. Новое масло, которое я покупала еще 5 лет назад, которое служило мне в молодости, я решила его использовать сейчас. Вот так вот. А ну, посмотрите, какое красивое. Я сейчас нанесу в первую очередь на, наверное, сюда. Как обычно, на рандоме все. Если вы у меня спросите, реально ли я думаю, что они мне после этого улучшатся, я буду в это верить, потому что так легче думать, что они улучшатся.
Если унесу какое-то масло. А можно ли наносить это масло на корни? Но я нанесу... Вот корни, по крайней мере, можно хотя бы что-нибудь с ними сделать. С испорченными волосами, конечно, уже навряд ли. Прогресс, прогресс. Я начала понимать, что я пою. Конечно, не полностью. Я понимаю, о чем идет речь. Вот это вот для меня прогресс, потому что иногда я слушаю песни, я реально не понимаю, а что сейчас в этой строчке поется. Иногда, конечно, очевидно, есть в цитаты, фразы, слова. Это можно понять. Но бывают фразы, которые ты вообще не понимаешь, и такой, боже мой, я вроде читал текст, я вроде читал перевод, но я его не помню. Я не понимаю, что несет смысл эта фраза. И что я приобрела себе в свою комнату и для своего здоровья, в первую очередь. Это краску. Наверное, не сложно догадаться, какого она оттенка. Нет, очень сложно, расскажи, Паш. Красный цвет. Почему именно красный? Я же хотела в другой цвет покраситься. Потому что я хотела красный, вот почему. Нет, я же хотела покраситься в красный. В моих планах, во-первых, это сделать стрижку, но не сегодня, а завтра. Потому что мои волосы стали похожи на соломенные ветки, и они очень сечённые, эти соломенные ветки, поэтому я хочу их подровнять и немножечко сделать их вот так вот на откос, типа каскада, но так как у меня слишком короткие волосы для каскада, мы будем делать что-то между каскадом и малетом. У меня супер грязная голова, и я хочу сейчас поесть персика и попереводить какой-нибудь текст. А еще я смотрю сейчас сериал от Netflix новый, Джеффри Даммер. Я не помню, как он называется на самом деле. На самом деле я купила монитор не просто так, потому что до этого у меня был телевизор, и он мне заменял монитор. Но из-за того, что мне было очень некомфортно с этим монитором, с этим телевизором, потому что он показывал не ту графику, которая мне нужна была, и там было очень много пикселей. И очень некачественная, действительно некачественная, очень, очень хочется спать на самом деле. Очень некачественная картинка. Потом мой монитор телевизора и вовсе перестал работать. Он просто перестал включаться, и я поняла, что это все. Это новый шаг к новому будущему, к новым пикселям. Сделала я этот шаг к отзывам. Я прочитала очень много отзывов. Вообще посоветовалась в целом с людьми, которые знают, что такое мониторы и знают, что такое техника, как это работает, а я потому что не знаю, как это работает. Вот и долгожданный день стрижки, который я ждала на самом деле очень сильно, потому что мне так не нравился мой цвет волос из-за того, что он весь смытый был, вот этот розовый какой-то непонятный цвет, весь какой-то облезлый, грязный и некрасивый, уродливый, честно. Ну, давайте будем честны, уродливый цвет волос. Мне правда это не нравилось. Ну, посмотрите, и качество волос просто ужасное. И стало еще хуже. Но... Что произошло, то произошло. Тому, чему было, то и произошло. Тому, что было, надо было произойти. Вот здесь как раз и совершается та самая ошибка, из-за которой мне потом было очень плохо, и моя мама просто не смогла остановиться, начала меня просто стричь, 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 и стричь, и получилась корешка снаружи, спереди. Хватит плакать, хватит рыдать. Почему ты каждый раз рыдаешь после того, как ты что-то меняешь в своей внешности? Это уже похоже на какую-то несмешную шутку, и уже в целом это не смешно и не прикольно на это смотреть. Но я вам скажу так, да, с этим нужно что-то делать, и с этим нужно что-то менять решение, потому что на следующее утро я проснулась, и мне было так же плохо. Мне было очень плохо. Я не поняла, почему мне было так плохо из-за какой-то прически долбанной, долбанутой прически. Ну, посмотрите на меня. Ну, это просто ужас. Это, по-моему, видно, что мне больно. Очень больно. Ну, что могу сказать, цвет получился не тот, который я хотела, стрижка получилась не та, которую я хотела. Я буду искать тот цвет, который я хочу. Я хочу, чтобы получился, знаете, такой бордовый цвет, вот добротный такой, гранат, вот хороший гранат. А это такой, знаете, типа, он приближенный к тому цвету, который я бы хотела, но все равно не тот.
Еще остались небольшие пряди розового цвета, а я не хочу больше розового цвета. Мне он больше не нравится. Я сегодня пойду делать ногти. Я их не делала уже где-то год, может быть, даже больше на самом деле. И я так хочу себе ногти. Но в то же время я не хочу, потому что я боюсь, что у меня опять там образуется плесень. У меня последние ногти, они были с плесенью. Зеленые такие, знаете. Но это выглядело очень страшно. Вот. И поэтому потом я боялась делать ногти. И, о господи, я нашла краску, которую я хотела. Это тот цвет, который мне нужен. Это которым я мечтала. Мне даже не пришлось никуда ехать. Спасибо большое судьбе. То, что я зашла не случайно в магазин косметик. Попытка номер два, попытка два, номер ту. Очередные эмоциональные всплески, и все нормально. В итоге все хорошо, конечно же, волосы отрастут, все нормально, это ничего страшного, случается. И цвет хороший.